У стенда «Камчатская рыба» традиционно многолюдна. Эта продукция уже проверена сочинцами и пользуется огромным спросом. Здесь можно приобрести более 35 видов рыбы, добываемой на Камчатке. Это знаменитая чавыча, корюшка, белорыбица, бочковая селедка Салюторского залива. Конечно же, икра, в которой сохранены все полезные свойства. Да и сама рыба радует не только своими вкусовыми качествами. Ко всему прочему, она полезна. Эта рыба наисвежайшая. Она буквально неделю назад плавала. Коптится на ольхе, на дубе. Ну, они специально коптят по специальной технологии, что все витамины сохраняются. Даже детям очень полезно. Рыбий жир, омега-3, омега-6, все в нем есть. Каждый раз привозим до 6 тонн товара общий. Ну, ярмарка 5 дней, но в конце у нас заканчивается все буквально. Мы сами производители отличаемся тем, что мы не закупаем товар. Мы сами все это производим, сами доставляем, сами продаем. Даже я сам участвовал в процессе копчения. Гарантия качества 100%. Приглашаем всех попробовать нашу рыбку. Натуральный дым, соль и вода. Вот и все компоненты. Компания «Камчатская рыба» сразу нашла в жителях Сочи благодарных покупателей. Ведь от моря до стола эту рыбу отдаляет буквально один шаг. Потому что здесь дешевле. Мы постоянно здесь. Ну, пробовали, очень вкусная, хорошая рыба. Спасибо большое. Всем советую. Ну, во-первых, она очень здесь свежая. И по сравнению с другими местами она меньше стоит. Я всегда здесь покупаю все. Так что очень вкусно-вкусно. Советую всем. Аромат манит. Рыбка, все свежее. Ну, чудесно. Рыба – популярный продукт на продуктовых лавках, но такую, как на этом стенде, можно приобрести несколько раз в год, уверяют постоянные покупатели. И сейчас тот самый шанс. Приобрести камчатскую рыбу можно в выставочном центре гранд-отеля «Жемчужина». Стенд «Камчатская рыба» работает в рамках выставки-ярмарки «Православие» с 23 по 28 октября. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.